Начиная с 1998 года в последнее воскресенье ноября на территории нашей страны отмечается один, наверное, из самых трогательных, нежных и добрых праздников – День Матери. В преддверии этой памятной даты в городском доме культуры состоялось праздничное мероприятие, на котором чествовали лучших мам Славянского района. День мамы – это особенный праздник, а потому всех приглашенных на торжественное мероприятие в городской дом культуры тоже встречали по-особенному – с музыкой и вручением открыток со словами поздравлений. В фойе Дома культуры для гостей праздника была подготовлена выставка творческих работ учащихся детской художественной школы. С детских картин смотрели добрые, любящие глаза мам, которые все простят и все поймут. Мама – это самое главное, что есть у человека. Это независимо, какая она мама. Многодетная, одинокая, мама погибшего героя, просто мама, которая много у нее дел и забот. Мамино сердце всегда рядышком, мамы всегда молятся за своих деток. И каждой маме очень приятно, когда у ее детей все хорошо. Начался праздник, посвященный Дню Матери, с творческого подарка воспитанников Славянской детской школы искусств и артистов городского дома культуры. Гостей праздника поздравил председатель районного совета Григорий Литовко. Позвольте мне от имени главы муниципального образования Славянский район Романа Синеговского, от имени совета поздравить вас с самым добрым, самым теплым, самым главным, самым значимым праздником нашей жизни – Днем Матери. Мама – первое слово, которое мы произносим в жизни. И на протяжении всей жизни мама думает о нас, мама верит в нас, мама переживает за нас. И вот та материнская нить любви, она протяженностью всю жизнь. Будьте всегда окутаны любовью своих родных и близких. С праздником! Затем началась торжественная церемония награждения. В этот праздничный день мам Славянского района чествовали в номинациях «Многодетное счастье», «Мама-профессионал», «Творческая мама», «Приемная мама», «Мама в белых халатах», «Материнское сердце», «Дочки матери», «Мама-общественный деятель», «Мама-волонтер», «Сердце отдаю детям», «Спортивная мама». В числе награжденных была и Алена Муртазаева, под руководством которой много лет работает Центр раннего развития «Муза-центр», помогающим детям с задержкой развития. Алена и сама многодетная мама. Она вместе с мужем воспитывает 4 детей. Быть мамой – это большой труд, очень часто непростой труд, который требует много терпения, много сил, много внимания своим детям. Тем более в нашу современную жизнь, как правило, мамы – это не мамы, которые сидят дома и занимаются только детьми. Они одновременно также имеют какую-то свою работу, какую-то профессию, какое-то призвание свое. Поэтому мама – это не только человек, который должен все свое внимание своим детям уделять, но она также и работает над собой, работает над своим развитием для того, чтобы ее дети потом ей гордились. Это непростой труд. Как бы тяжело ни было, какие бы бессонные ночи не были, да, вот у меня сейчас, например, 2 детей погодок маленьких. Это непросто, это тяжело. Плюс приходится с работы еще как-то совмещать, да. Когда этот маленький ребенок смотрит на тебя, и в его глазах ты целый мир, это перекрывает все. Многодетной мамой является и Ольга Ковина. Она мама 6 детей. Ольга уверена, чем больше детей, тем больше счастья в доме. Для меня мама – это ответственность, значит, 24/7. Шаг это был осознанный у нас с мужем. И каждый ребенок желанный и любимый. Детки радуют. И самое главное – воспитать в них, знаете, ответственность, наверное. И главные такие понятия по жизни, что уважать людей, если есть возможность прославлять свой край, свою родину. Каждая из женщин, пришедшая на праздник, заслуживает самых добрых и теплых слов. Ведь все они мамы, а значит, для своих детей они самые лучшие и дорогие. Для участников торжественного мероприятия артисты городского дома культуры подготовили праздничный концерт.
Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».